звуки слышите? Уже у нас тренировки вовсю, через час квала. Я вам, знаете, что хотела рассказать? Почему те, кто работает на РДС, с длинным рукавом всегда? Длинным рукавом и, соответственно, с закрытыми ногами. Это объясняется одной простой вещью. По регламенту люди, которые работают с машинами, а я работаю с машинами на питлейне, потому что я близко к ним подхожу и беру интервью, должны быть в безопасной закрытой одежде. Она не то чтобы безопасная, но она закрытая. Собственно, даже если невероятная жара, какой сегодня, слава богу, нет, мы все равно должны быть полностью закрыты. Вот так. Ну, а я пришла со своим флетом. Спасибо. Мы здесь на трибунах ходим рейсы. На самом-то деле, та машина, которая сейчас едет Евгений Лосев, строилась изначально для Дамира Идиатуллина. И Дамир под себя сделал большой. И мы с Ванькой снимаем веселый сюжет. Кистан у нас! Да, это не Ваня. Так вот, приехал Евгений Лосев на базу команды «Синтек».